Ну что, друзья, вот и я добрался до грибочков беленьких, классических, березовых. Атон раз. Спрятаться решили от нас за сосенкой маленькой в брусничнике. А вот он два. Как вам беленькие, друзья? Супер. Мой нож уже готов принять их. И корзина тоже. Будем морозить и сушить. Будет просто супер урожай. Уже супер урожай. Будет еще круче. Друзья, ну это бомбу я нашел. Вы только посмотрите. Нетронутые подберезовики. Я здесь больше недели не был. Конечно, тут все разрослось уже. Сейчас боровик был в цене актуален. Так скажем, все за боровиком ходили. И я в том числе. А тут такое выросло.